Здравствуйте, меня зовут Виктория, и сегодня я расскажу, как можно самостоятельно собрать композицию, которая украсит любой интерьер в любом стиле. В каждом доме или квартире есть помещения, которым не хватает уюта, и мы, конечно, хотели бы его украсить живым растением, но условий нет. Может быть, слишком темно, или наоборот, южная сторона и прямые солнечные лучи, переизбыток влаги или недостаток. И вот в этих случаях искусственные растения являются прекрасной альтернативой живым растениям. В настоящее время существуют искусственные растения и цветы такого качества, которые внешне и тактильно, на ощупь, не отличаются от живых растений. Они прекрасно выполняют все функции живого цветка, будут также долго радовать вас, но только они еще и не требовательны совершенно в уходе. Для композиции нам понадобится искусственное растение, настольное кашпо, флористическая губка, клей-пистолет, бокорезы, ножницы, линейка, канцелярский нож и перчатки. Если вы собрались изготовить такую композицию вместе со мной, я рекомендовала начать бы с выбора места, где вы хотите ее поставить, поскольку именно место и продиктует вам размеры всей композиции, а также, соответственно, размеры самого кашпо, его стиль, цвет, форму. Начнем сборку. Для начала нам нужно вырезать флористическую губку под размер кашпо и закрепить его внутри. Обязательно закрепим ее клеем-пистолетом. Флористическая губка должна быть на 1,5-2 см ниже уровня кашпо, для того чтобы мы потом смогли засыпать эту некрасивую основу декоративной крошкой, которая и сымитирует нам грунт. Теперь можем приступить к самому интересному. Я взяла несколько видов искусственных растений. Это два вида искусственного папоротника с разными листьями и искусственную осоку. Это такая травка с очень красивыми, тонкими длинными листьями, для того чтобы добавить фактурности нашей композиции. Но эти растения слишком большие для меня, поэтому я буду их дробить и использовать только частично. Я это буду делать с помощью бокорезов. Сбор композиции я начну с самых крупных листьев. При установке я сразу буду формовать лист, немного выгибая его. Буду использовать листья разных размеров, чтобы сымитировать природную высадку. У растения, которое растет в природе, всегда есть листья разной величины. Теперь добавлю другого папоротника. Флористическая губка прекрасно будет держать детали нашей композиции, и в проклейке нет надобности. Добавлю еще немножко таких же листьев, других оттенков зеленого. Добавлю еще вот такого же папоротника, только листики буду сильнее укорачивать, чтобы сымитировать совсем молодое растение. Листьям легко придавать любую форму, поскольку в их основе мягкая металлическая проволока. Сейчас композиция выглядит именно так, как я ее запланировала. Осталось только прикрыть нашу некрасивую основу из флористической губки декоративными камушками. Я выбрала мелкий гравий коричневого цвета, чтобы он сымитировал настоящий грунт растений. А
основа закрыта, нигде не просматривается. И теперь осталось только расправить композицию и придать ей окончательный вид законченный. Композиция готова. Поверьте мне, это совсем не сложно. Вы вполне можете сделать такую же дома. Пробуйте, и у вас обязательно все получится.